Всем привет, это Брюссел Матч, Моментум, Португалия, Россия, Иркутск, Порто, Break Advice. Да! Сегодня я покажу, как выходить с гелика в руки грамотно. Спросите любого пауэрмувера почти, и все вам расскажут такое дело. Заходите в гелик, делаете раскладушечку и выходите в руки. То есть... Я понял, как это делать. Спасибо, пойду в зал тренироваться. Не-не-не, нифига. Это бред. Объясню. Почему это бред? А правда в том, что нужно делать вот так вот. Если умеешь делать медленно, умеешь делать быстро. Так вот, коленочки, плечико, спиночка, плечико. Вот он гелик. Теперь разучиваем кувырок назад в руки. Так. Power move я делаю в правую сторону. Тогда мой кувырок идет через левое плечо. Получается таким образом. То есть разучиваем кувырок через плечо. Теперь делаем его с руками. Здесь внимательно. Рука идет вот это вот. Не через голову, а прямо в бок. Ставим четко руки в бок. Пытаемся сделать кувырок через плечо и встать на руки и остаться на руках. Если не можем остаться, можете походить. Итак, сейчас совмещаем гелик и выход в руки, то есть кувырок назад. То есть делаем по точкам. Плечо, спина, плечо, и здесь мы должны сымитировать кувырок туда. Хороший совет. Делайте вы кувырок отсюда, то есть инерции вам достаточно хватает, чтобы выйти на руки. Итак, давайте попробуем срезать это, то есть быть на спине и выйти таким образом. Потом без ног выйти, потом здесь выйти. То есть убираем инерцию и выходим на руки, то есть... Теперь попробуем на каждой точке, из каждой из точек чуть-чуть прокрутиться, остановиться на плече и сымитировать кувырок. Опять повторяюсь, что ногами мы отталкиваемся не вверх, а в сторону, как и идет сам кувырок. Плечо, идем по кругу, спина, плечо, останавливаемся, и теперь мы забываем про гелик и имитируем кувырок, как будто мы пришли оттуда. То есть ногами не вверх, а туда. Все вместе. Убедитесь, что ваш вес находится посередине. То есть не больше на одной руке, не больше на другой, а прямо посередине. Потому что вы можете выйти. Вы можете выйти вот так вот. И это будет неправильно. То есть... посередине, и вы останетесь на руках. Когда научились этот кусок, то не делайте это быстро, не создавайте большую скорость. Добавляйте скорость очень постепенно. Thank you.
Некоторые учатся так, сначала выходят на голову, а потом встают на руки. Так вот, неправильно вы это делаете. Смотрите, как сделать фейк, чтобы все поверили. Итак, учимся делать с плеча на голову. Умеем делать с плеча на голову, не помогая ногами. Погнали. Гелик, кувырок на голову без ног. И потом помогаем ногами выйти вверх. То есть мы не делаем бум-бум, да? Мы делаем один раз, у нас есть флоу. Мы сделали это как гелик, голова, потом в руки, никто не заметил. Пробуйте разные техники, обманывайте техники, fake it until you make it, делайте все медленно. Если вы можете делать медленно, вы можете делать быстро. Если вы можете делать быстро, это не значит, что вы можете делать медленно. С вами был Брюс Олмайти на Break Advice. Мы в Польше, в Варшаве, погода хорошая. Ай!